Всем доброе утро, дорогие друзья. Я сменила свой режим немножко, потому что слишком я измоталась за последние дни. Вот, теперь я снимаю рано утром. Посмотрим, насколько это продлится, этот режим. Я хочу сейчас вам подарить еще один очень сильно действенный ритуал. Вы знаете прекрасно, что все денежные ритуалы у нас с вами получаются. Вот на сей раз тоже получится, вне сомнений. Я уже говорила о том, что мелкие деньги, они привлекают большие деньги. Как бы там не пытались показывать так крутые счета, скажем, считая там $1000 купюры и прочее, но мелкие деньги, они на вырастание идут, то есть они дают больше пользы, чем крупные суммы. Поэтому я всем советовала разменять мелочь, либо купить доллары именно мелкие. Вот $1, $5, $10, $20, видите, тут все мелкие. Тут наберется там, может, 200 с чем-то еле. Но это не важно. Но главное, чтобы они были мелкие. Эти деньги вы можете постоянно использовать в ритуалах. Потом опять ложить обратно, потом снова вытащить и использовать. Так что они многоразовые. Постарайтесь их не тратить. Пусть они у вас будут именно для ритуалов. Потому что они будут все время привлекать, привлекать. И представляете, чем чаще вы будете делать, тем больше на них будет этой энергии. Энергии вот этого призыва денежного. Итак, это для людей, которые работают с иностранными покупателями либо иностранными клиентами, пациентами, смотря чем вы занимаетесь. Может быть, у вас интернет-бизнес, может. Вот вливание иностранной валюты. В иностранную валюту вливается, они приходят через банк, они приходят через людей. Любым способом они к вам доходят. Значит, берите вот так, как веер вот так ложите, можно по-своему, как хотите, в принципе, без разницы. Такое чувство, как будто вы утопаете в деньгах иностранных. Почему я использую в своих ритуалах старинные названия и старинные прозвища денег и местоимений и прочее? Потому что эти слова имеют особую такую силу, если на современном языке, особую вибрацию. То есть эти духи, они уже привыкшие к этим словам. Поэтому, когда вы произносите по старинке, они быстрее работают. Вот почему. Так вот, теперь смотрите. Вам нужна будет черная ткань и темные свечи. Если не найдете черные, возьмите коричневые, возьмите зеленые, в конце концов. Темные, не белые свечи. Но с черными свечами, конечно, быстрее получается, потому что черные свечи, они вообще деньги - это темная энергия, так чтобы вы знали. Да, неизвестно, у кого откуда деньги приходят. Все миллионеры радостно отчитываются обо всех своих миллионах, кроме первого миллиона. Первый миллион у них, как правило, криминальный. И оттуда начинаются дальше миллионы подниматься. То есть, так что это темная энергия. Но она очень сильная. Кто говорит, что денежная энергия – это светлая и добрая энергия, тот глупец. Потому что денежная энергия сильнее, чем энергия любви. Энергия власти, энергия денег – она намного сильнее. Человек может отказаться от любви, но он никогда не отказывается от власти. Он не откажется от богатства. Он даже от Бога своего отречется ради богатства. Понимаете, в чем дело? Поэтому какая уж тут светлая энергия? Я уже говорила вам, люди, которые мой канал давно смотрят, они более просвещенные, они понимают, что темное не есть зло. Темное есть сакральное, закрытое, тайное, то, что не всем дано. Но, естественно, и деньги тоже не всем даны. Итак, поскольку они не всем даны, поэтому их нужно иногда призывать. Я еще раз напомню, что мои денежные ритуалы нужно проводить постоянно. Если вы получили результат, не нужно останавливаться. Денежная энергия все время любит подпитки. Его надо все время подпитывать новой энергией. Учтите это. Поэтому, если у вас получилось, это не значит, что вам нужно остановиться, радоваться и дальше не идти. Иначе у вас просто опять будет застой. Итак, начнем. Посылаю я концов своих из дома своего на все четыре стороны света. Кричу, выкликаю, к себе призываю, заманиваю, задабриваю деньгу заморскую,
заморская деньга, всеми путями найди ко мне дорогу. Через старые руки пройди, да ко мне приди. Четыре всадника по всему миру умчались, да деньгу заморскую ко мне примчали. Реки падают в море, горы рождают потоки, а деньга заморская в мой дом стекается. Заморская деньга, со всех оторвись, да ко мне прилипни. Заклято. Три раза, семь раз можно читать. Посылаю я гонцов своих из дома своего на все четыре стороны света. Кричу, выкликаю, к себе призываю, заманиваю, задабриваю. Деньгу заморскую. Заморская деньга, всеми путями найди ко мне дорогу. Через старые руки пройди, да ко мне приди. Четыре всадника по всему миру умчались, да деньгу заморскую ко мне примчали. Реки падают в море, горы рождают потоки, а деньга заморская в мой дом стекается. Заморская деньга, со всех оторвись, да ко мне прилипни. Заклято. Посылаю я гонцов своих из дома своего на все четыре стороны света. Кричу, выкликаю, к себе призываю, заманиваю, задабриваю деньгу заморскую. Заморская деньга, всеми путями найди ко мне дорогу. Через старые руки пройди, да ко мне приди. Четыре всадника по всему миру умчались, да деньгу заморскую ко мне примчали. Реки падают в море, горы рождают потоки, а деньга заморская в мой дом стекается. Заморская деньга, со всех оторвись, да ко мне прилипни. Заклято. Ты меня пуся отвлекает. Этот ритуал можно провести не только для тех, которые как бы ждут пополнений из-за границы. Этот ритуал может провести любой человек. У него в любом случае будут пополнения не только заморскими деньгами, но и обычными. Но просто этот ритуал, он очень сильный для тех людей, которые хотят постоянных финансовых вливаний, им это нужно. Итак, друзья мои, желаю вам удачи, проведите и поделимся результатами. Как всегда, хорошими, надеюсь. Хочу, чтобы так было. Всем удачи!